צהריים טובים. למרות שאפרים ביקש ממני לדבר בעברית, העברית שלי חלשה חלשה, אני אספר סיפור הזה ברוסית. Я начал переводить Владимира Высоцкого на английский язык 20 лет назад. Почему эта безумная идея пришла в мою голову? Дело в том, что в 1975 году я был студентом Института иностранных языков, и к нам приехала американская студенческая делегация. Среди этой делегации был некий парень высокий, рыжеволосый, одетый в грязный балахон. Его звали Роберт Титертон. Я с ним познакомился. Почему этот парень был одет в грязный балахон? Дело в том, что в Киеве у него украли чемодан. И он остался ни в чем. Где-то на какой-то помойке нашел какой-то грязный балахон и в нем ходил по Советскому Союзу. Впечатление о стране у него было очень нехорошее после этого. Но все усугубилось после того, как в Алма-Ате я в привокзальном пивнике купил ему кружку пива. Он сделал глоток, не смог проглотить и выплюнул. И сказал «Pig's tail» – «поросячья моча». Мы обменялись адресами, он уехал в Америку, стал писать мне письма, и в каждом письме он мне напоминал о том, какая отвратительная страна Советский Союз, где продают не пиво, а поросячью мочу. Мне надо было как-то за державу постоять. Я решил, а чем я могу переплюнуть Америку? Вот что в нашей жизни есть такого, чего у них нет? И однажды мне пришло в голову, что это Высоцкий. Но что значит Высоцкий для иностранца? Рассказать о Высоцком своими словами, это все равно, что я сейчас вам скажу, что вот у меня есть конфета, она очень вкусная и сладкая. Ее же надо дать попробовать. Итак, для человека по имени Роберт Титертон я стал переводить Высоцкого, причем надо было это делать так, чтобы на него произвело такое же впечатление, как это производило на нас по-русски. Вся эта безумная затея началась с одной песни, с песни о друге. На сегодняшний день ректор хоккейной академии для девочек штата Вермонт Роберт Титертон, по образованию по базовому художник, является официальным редактором моих переводов Высоцкого на английский язык, коих на сегодняшний день я сделал 169. То, что вы видите слева от меня, это портрет работы Роберта Титертона маслом Высоцкий. Естественно, он его никогда не видел. Это по фотографиям и из интернета. Это второй портрет. Первый портрет есть еще. Он здесь у меня есть на диске. Я не знаю, может быть, если будет перерыв, как это мы сможем это оформить, чтобы вы его здесь увидели. Вот. Когда я перевел примерно 20-25 песен, я решил, что почему, собственно, только один Роберт Титертон должен этим богатством, так сказать, владеть. И решил найти группу или певца, чтобы это спели для американцев или для всего англоязычного мира. Стал искать. В конце концов нашел не там, где искал. Ни в Англии, ни в Америке, нашел в Швеции. И шведский вокалист, музыкант, аранжировщик Майкл Олсен со своей группой, которая раньше называлась Хаген, а теперь знаете, как называется? Они отменили это название, группа теперь называется «Райские яблоки». Да. Они записали диск Высоцкого на английском языке. В данную минуту этот диск готов, и австралийская промоутерская компания готовит этот диск к массовому выпуску. Некая фирма звукозаписи из Южной Кореи заинтересовалась. И, скорее всего, что выпуск осуществится в Южной Корее. Так что, Владимир Высоцкий, посмотрите, как эта фигура объединяет мир. Россия, Израиль, Швеция, Америка, Австралия, Южная Корея. Но это только начало, я думаю, что дальше будет больше. Вот.
Переводить Высоцкого на английский язык несколько труднее, чем на иврит. Дело в том, что английский язык страшно бедный с точки зрения морфологии, с точки зрения изобразительных средств. Но, в общем, бессонные ночи делают свое дело, и мне удается перевести это так, чтобы передать и оригинальную мелодию, и оригинальную структуру поэтическую. Но это не самое тяжелое и не самое сложное в этой работе. Самое тяжелое и самое сложное – это принять во внимание ментальность англоязычного, так сказать, человека из того мира и совместить то, что переводит, чтобы это было понятно, и чтобы это доходило и до сердца, и, как, что называется, до печенок. Один пример. Знаете все прекрасную песню «Письмо из Парижа» Вани. «Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу». И там есть строчки. «Я завел с француженкой в шашни, мои друзья теперь и Пьер, и Жан. И вот плевал я с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан». Значит, я сделал перевод, значит, я работаю так и делаю перевод, по интернету Богу отсылаю в Америку на редактуру. Он делает правку, присылает мне, я делаю корректировку и опять ему посылаю на финальный окей. Значит, я ему послал, он мне возвращает с правками, там артикль, там предлог, туда-сюда. Я все исправляю и посылаю ему. Он мне возвращает, пишет. Все нормально, все хорошо, с точки зрения языка никаких проблем нет, все хорошо. Но вот там есть строчки в этом переводе. «Плевал я с Эйфелевой башни на голову беспечных парижан». Пишет мне Боб, скажи, пожалуйста, а зачем он это делал? Вот попробуйте объяснить американцу. Но с другой стороны, при том, что такая разница в менталитете, в культуре, в базе, надо сказать, что Высоцкий иногда попадает, да не иногда, а очень часто, попадает в десятку. Прежде чем я нашел шведов, которые записали диск, одну из этих песен вы сейчас услышите через 10 минут. У меня был один американский певец из Сент-Луиса. И в 99-м году я к нему ездил туда, значит, с предложением о совместной работе, о выпуске. Ну и в доме у него сижу с переводами. И он каждый перевод прочитывает, значит, оценивает с точки зрения перспектив, как это можно спеть и так далее. И берет текст «Ой, где был я вчера?» «Не найду днем с огнем». Помню только, что стены с огнем, знаете, да? Это пирушки, вечеринки, где он выйдет, окна и двери, балкон уронит. Значит, начинает читать, и вдруг начинает дико хохотать. Просто скручивается и слезы вытирает. Ну, понятно, что песня смешная, но не до такой же степени. Я дождался, когда он немножко пришел в себя, и спрашиваю, в чем дело, что за реакция. И этот американец говорит, вытирая слезы после хохота: «Это про моего брата! Пожалуйста». Какое точное попадание, хотя, казалось бы, это из московской жизни. Оказалось, что совсем не из московской жизни, а вполне универсальная ситуация. Итак, сейчас прозвучит песня в исполнении Майкла Олсона, шведского вокалиста. Лирическая «Здесь лапы еле дрожат на весу». Я только хочу сказать еще одно, вот какое, подчеркнуть какое обстоятельство. Что поначалу Майкл собирался делать все записи, все, так сказать, песни, как это более-менее близко к Высоцкому. Но потом он подумал, что в принципе эти вещи делаются не для русскоязычной аудитории. Это делается для англоязычного мира. И он решил это делать в той стилистике, в которой это привычно там, чтобы это доходило... Чтобы это не звучало чужеродно. И перед вами сейчас вы услышите интерпретацию Высоцкого в стиле фолк-рок.